хотят. Как он сказал? Крылов. Крылов. Здравствуйте, инспектор. А где можно? Электронный. Электронный. Ну, вы уже скажете. Что вы распечатываете? Ну, у меня нет технической возможности. Куда? Зачем? Действительно, зачем? Ну, вы что должны сделать? Скажите, по правилам дорожного движения. Или предоставить номер полиса, чтобы мы проверили, или сам полис. Угу. По правилам же написано все, правильно? Скажите, я вам зачитаю. Читайте. Так. Это все, что ли, инспектор? Не захотел. Ну что, подождем. На. Так, идет. Полис есть у вас, вы запишите номер, будет всем удобно, когда номер говорите, удобнее проверять. Это ваша обязанность как водителя. Вот как на духу, вот инспектор, вот я вам сейчас сказал номер, набор цифр, да? Ну вы же не поверите, пойдете вам проверить. Ну, конечно, привет. Ну а что смысл тогда говорить и напоминать мне его? Что он у вас должен быть при себе, или вы должны его предоставить. Ну вы согласны со мной? А вы его не предоставляете, а здесь уже усматривается состав правонарушения. Я вам все-таки можно зачитаю прям пару не слов? Не надо мне читать, вы не что? Первый, кто их читает. Ну. У нас постановление правительства никто не отменял, это ПДД. Вы знаете, я вот имел беседу с инспектором из Калмыкии, он выписал мне протокол, тут же выписал постановление, сам его рассмотрел. Я накатал на него жалобу, вот в понедельник жду ответ, посмотрим, что они напишут. Да напишут все то же самое. Что, полис есть? Правила никто не отменял, понимаете? Поэтому я говорю, смотрите, там состава не будет, если вы будете говорить номер полиса. Инспектор, раз сказали, вот у меня номер полиса, я его застраховал, он у меня есть, вы предъявляете его. Я понял. Здесь все, состава нет. Хорошо, а я, вы короче... Говорите, виртуально есть, есть, а мы его не можем никак посмотреть. Ну, можете же. Мы должны пробить. Ну его. Да. Но состав правонарушения-то есть, он у вас написан, правило, что должен быть при себе. То есть наши правила противоречат тому, что делает наше государство, да? 100%. Замечательно. Удачной службы.